двигатель все пристроено. Что нам еще надо? Внутри уже есть. Сейчас второй будет. Третий, четвертый. Что нам еще надо в этой жизни? Ездить, трусковец и отдыхать. Mm-hmm. Ну, это я так. Про трусковец просто. Потому что... Понятно, да. А что нет? А что не ездить? Не, ну там уже ездили последние 5 лет. Пока она не поломала ногу. Mm-hmm. Она же бегала сегодня до последнего. Она стала. Не так нормально. Хотелось, как, да, ну. Конечно. Она же понимает, что по-другому как. А по-другому никак. Других вариантов нет. Поэтому... Нет, есть вариант в кабинете это делать. Ну, во-первых, ее туда надо везти. Во-вторых, ее надо положить на кресло. Я же вам перевозку рассказал. Да. Как они заботятся. Да, нет. Я говорю, в этой стране, не дай бог. А вот так, не дай бог, ты один. И представьте, и шо? Ну шо, берут людей, которые, вот знаете, хотят ухаживать за квартиру. Других вариантов нет. Других вариантов нет у стариков. Я, честно говоря, то есть то, что... Она написала ей. Угу. Как родичи. Угу. Это ж... Тёща, получается, жена. Угу. Это ж... Призвала её и насильно подписала. Угу. Честно говоря, я бы знал бы 4-5 лет назад, сколько это вот так все происходит. Но мы чисто, как бы, если есть, то уже пусть будет. Угу. Ну, не, потому что у нас есть квартира. То есть нам есть. Ну, вам не нужно. Да, скажем вот так. Как бы, ну, уже если разгружают насильно, то пришлось. Ну, я, чтобы вернуть на не 5 лет назад. Я бы подумал. Я бы не думал. Я бы сказал спасибо, не надо.